Пушкин, Б-57, Канберра. Сотни бомбардировщиков Б-57 фирмы «Мартин» выполняли задания тактического авиационного командования ВВС США на протяжении 20 лет. Б-57 также состоял на вооружении Тайваня и Пакистана, где с успехом применялся в боевых операциях. Он стал последним самолетом, который создала фирма «Мартин». Когда его производство прекратилось, компания сконцентрировалась исключительно на ракетах. Хотя Б-57 и отлично вписался в структуру военно-воздушных сил США, этот бомбардировщик был разработан британцами и стал первым боевым самолетом, закупленным Америкой за границей со времен Первой мировой войны. Twin-engine bomber from the Martin Company, the B-26. The B-26 was originally designed as a classic medium bomber to operate from fairly high levels, carrying a quite respectable bomb load, but with a shorter range than the B-24 Liberator or the B-17 Flying Fortress. But as the benefits and methods of tactical air power became more fully understood, the B-26 was also used at lower levels, against key points in enemy supply lines. As the Army Air Force developed its tactical use of air power, the planes, directed by controllers on the ground with the troops, became coordinated with the land forces as aerial artillery. This system developed relatively spontaneously, as heavy single-engined US fighters had devastated targets, often with an emphasis on communications. Perhaps the best compromise between the heavier B-26 and the single-engined fighters like the P-47 Thunderbolt was the Douglas Invader. This plane was designated as an attack aircraft, given the number A-26 in reflection of its combination of a bomber's substantial internal bomb load with the speed and flexibility approaching that of a fighter. The A-26 was a superb piece of flying technology. Its heavy forward firepower enabled it to strafe enemy positions with fighter-like concentration, while it retained capability in more conventional bomber duties. Coming late in World War II, it was rushed into production as the most suitable design for the rapidly developing tactical use of air power. The Air Force Command were now convinced of the importance of the tactical attack plane, disrupting the enemy's supplies and reinforcements by destroying road and rail transportation behind the front and harassing the enemy's attempts to regroup on the battlefield. As the war went on, the invaders flew from forward bases just behind the lines. Striking distance of enemy fighters and needed their own aerial protection, provided by aircraft like the P-61 Black Widow, a sophisticated, purpose-built night fighter. К концу войны важность тактической авиации стала общепризнанной, и когда военно-воздушные силы были выделены в отдельный род войск, было создано тактическое авиационное командование. Естественно, что после войны все исследования и разработки ориентировались на реактивную технику, обещавшую невиданный рост летных
и тактических характеристик. В некотором смысле это уводило инженеров от анализа уроков прошедшей войны и возродило существовавшее ранее деление фронтовой авиации на бомбардировочную и истребительную. Создавались однодвигательные истребители, способные атаковать наземные цели, и средние бомбардировщики типа четырехмоторного Б-45. Они создавались для бомбометания с горизонтального полета на большой высоте, где зенитный огонь не так опасен. Однако небольшая бомбовая нагрузка требовала использования крупного наряда сил для причинения противнику существенного ущерба. Необходимость создать нечто среднее между бомбардировщиком и штурмовиком снова возникла в ходе войны в Корее. Единственным подходящим для этой цели самолетом был все тот же А-26 с поршневыми моторами, которому после снятия с вооружения мародера перешло обозначение Б-26. Вместе с другими самолетами, прошедшие войны, он делал свое дело в Корее. Но учитывая его высокую уязвимость для реактивных МИГов, за успехи инвейдера приходилось платить высокую цену. Стало очевидно, что в самолетном парке ВВС США зияет пробел, и его необходимо срочно ликвидировать, создав похожий на А-26 реактивный самолет. Удивительно, что несмотря на эту ясность, военные никак не могли выработать свои требования к этой машине, а потому промышленность пыталась сама определить облик будущего тактического ударного самолета. Фирма Мартин работала над проектом XB-51. В его конструкции было много новшеств, подчас экзотических, как, например, трехдвигательная схема с расположением двух двигателей на пилонах в носовой части фюзеляжа, а третьего в хвосте. Новым было и велосипедное шасси с двумя тележками и опорными стойками на консолях. Крыло имело стреловидность 35 градусов. С помощью гидропривода его установочный угол мог меняться в зависимости от режима полета. Велосипедное шасси, несомненно, облегчало конструкцию крыла, но при сильном боковом ветре на взлете и посадке самолет мог потерять управляемость. Конструкция самолета включала воздушные тормоза и тормозной парашют. Наиболее рациональной новинкой, воплотившейся в Б-51, была вращающаяся створка бомбоотсека. Бомбы крепились прямо на ней, и их можно было быстро сбрасывать при очень высоких скоростях полета. В конце 40-х годов этот самолет был единственным претендентом на заполнение того вакуума в боевой авиационной технике, который вскоре проявился в Корее. Этот самолет не вписывался в существовавшую классификацию. Он располагался где-то в промежутке между истребителем и бомбардировщиком. Для сокращения разбега 36-тонной машины в опытном порядке испытывались стартовые пороховые ускорители. Они, в принципе, могли ликвидировать органический недостаток самолета, большую длину разбега, присущую самолетам с велосипедным шасси. Поскольку самолет не имел возможности энергично задрать нос в конце разгона, конструкторы пошли на установку сложного и небезотказного механизма поворота крыла, благодаря которому Б-51 взлетал почти горизонтально. Доводка столь новаторской конструкции требовала много времени, а война в Корее диктовала свои сроки.
Военным самолет нужен был здесь и сейчас. Поэтому Вашингтонская администрация с большой неохотой согласилась на рассмотрение иностранных проектов. Два из них подверглись серьезному изучению. Первым был канадский самолет CF-100 Canuck. Это был типичный двухдвигательный истребитель, не способный нести значительную бомбовую нагрузку. Во время войны англичане работали над гибридом истребителя и бомбардировщика, в итоге чего был создан высокоскоростной и маневренный «Москито», не имевший даже оборонительного вооружения. Конструкторы этой, без преувеличения, великолепной машины считали, что лучшая защита – это скорость. После войны королевские ВВС захотели иметь реактивный аналог «Москита», и фирма English Electric предложила проект такого самолета, который в строевой эксплуатации получил название «Канберра». У самолета были простые обводы, и он соединял в себе скорость и маневренность истребителя с грузоподъемностью хорошего бомбардировщика. Классическая аэродинамика «Канберра», не таящая неприятных сюрпризов, в совокупности с мощными двигателями «Эйвен» предрекали машине несомненный успех. Заказ на этот самолет от королевских ВВС был настолько большим, что часть подряда пришлось передать другим авиастроительным фирмам. Интересы американцев не сразу сфокусировались на «Канберре», так как эквивалента «Москита» у них не было. Однако опыт Корейской войны значительно подогрел интерес именно к этой машине, как наиболее соответствующей тактико-техническим требованиям военно-воздушных сил США. Министерство обороны вступило в прямые переговоры с Великобританией по поводу возможности лицензионного производства «Канберры» в Америке по английской технической документации. Учитывая факт разработки фирмы «Мартин» самолета B-51, наиболее близкого к английскому образцу, именно ей поручили освоение производства и серийный выпуск американизированной «Канберры». В марте 1951 года, после рекордного по скорости пересечения Атлантики, летчик-испытатель фирмы English Electric Рональд Биман посадил первый из переданных самолетов в Балтиморе на аэродроме Мидл Ривер. Событие было обставлено по-американски, став настоящим шоу для зрителей. Английского экипажа и для встречавших американцев это было замечательным событием. Никогда еще после «Де Хевиленда 4» времен Первой мировой войны не рассматривался вопрос о производстве иностранного самолета по лицензии. И вот это произошло. С началом производства «Канберры» тактический вакуум в рядах американской авиации должен был быть заполнен. Хотя эта машина опоздала к финалу Корейской войны, ее час настал через десятилетие. И тогда еще раз были подтверждены боевые качества самолета и дальновидность людей, выбравших именно его.
предусматривал, что фирма «Мартин» будет собирать самолеты на своем заводе в Балтиморе по английским чертежам. Это логично, так как только в этом случае фирма «English Electric» могла гарантировать характеристики своего заокеанского близнеца. Новый бомбардировщик получил ВВС США обозначение B-57 и сохраненное ради унификации название «Канберр». Заводские механики, аэродромные остряки тут же придумали ему кличку «Айрон Кранберри» — «Железная клюква», подтвердив лишний раз незыблемость всемирного неписанного кодекса аэродромного юмора. Еще во время подготовки производства B-57 потянул за собой хвост проблем совмещения британских и американских стандартов. Даже самые элементарные вещи, типа резьбы и размеров болтов, отличались в этих двух странах. Не говоря уже о многих более сложных вещах. Тем не менее, первый сошедший с конвейера американский самолет был практически идентичен английскому собрату. Главным техническим отличием стало включение в конструкцию вращающегося бомбового люка, отработанного на XB-51. Командование ВВС с большим интересом осматривали первую машину, построенную в Балтиморе. Двигатели «Канберра» запускались при помощи порохового стартера, выбрасывавшего огромный шлейф плотного черного дыма. Хотя американские инженеры пытались усовершенствовать этот агрегат, дым так и остался, как в угольной котельной, внося диссонанс в элегантный облик самолета. В левой плоскости первого прототипа стоял контейнер с контрольно-записывающей аппаратурой. В общих чертах модель B-57A мало отличалась от британского образца, хотя это вызвало ряд справедливых нареканий и требовало юридической передачи прав на самолет фирме «Мартин». Была сохранена и кабина, летчик, а сзади и ниже него штурман располагались под обширным фонарем. Штурман выполнял также функции бомбардира и при визуальной атаке перебирался в застекленный нос, где находился прицел. На верхней поверхности крыла сохранились небольшие воздушные тормоза, такие же, как и у британского бомбардировщика. Первые строевые B-57 окрашивались матовой черной краской, разработанной для ночных истребителей. Она неплохо маскировала самолет в лучах прожекторов противника. Когда было построено уже 170 самолетов, наконец дело дошло до ликвидации недостатков, более существенных, нежели черный дым при запуске. Американцев не устраивало расположение рабочего места штурмана, малая тяга двигателей «Эйвен», небогатое оборудование и многое другое, что мешало превратить «Канберру» из легкого бомбардировщика в самолет для изоляции поля боя. Для этого требовались радикальные изменения исходной конструкции.
создана модель Б-57Б, которая внешне заметно отличалась от британского прототипа. Оба члена экипажа располагались один за другим под удлиненным фонарем, обеспечивающим отличный обзор. За крылом были установлены воздушные тормоза, аналогичные внедренным на Б-51. Расположение летчика и штурмана тандемом сделало возможным применение обычных катапультируемых кресел. Их отработка потребовала специальной серии испытаний. Имитация этой процедуры показывает огромные нагрузки, с которыми протекает процесс аварийного спасения. К тому, что вы видите, надо еще прибавить фактор скорости самолета. Тогда можно понять, сколь опасным для экипажа может быть катапультирование. Минимальное упущение в проектировании или производстве любого компонента системы может иметь фатальные последствия. Еще одно изменение коснулось систем запуска двигателя и их расположения, хотя избавиться от черного дыма так и не удалось. Вместо Эйвена установили двигатели J-65 тягой по 3270 кг. Взлетная масса B-57B достигла 22 тонн против 20 у исходной машины. Несмотря на частые тренировки, наземные службы иногда поддавались панике, видя этот устрашающий черный выхлоп. И к большому неудовольствию экипажа, особенно при открытом фонаре, заливали самолет специальной пеной. На Б-57Б ударное вооружение могло варьироваться в зависимости от задачи. Кроме обычных помп, самолет мог нести неуправляемые ракеты класса «воздух-земля». Эта модификация «Канберры» строилась с 1954 по 1956 год, и объем серии составил 202 машины. Часть из них потом переоборудовали в разведчик РБ-57Б. На ее базе разработали и построили ограниченную серию и учебных самолетов ТБ-57 с двойным управлением. В процессе устранения дефектов Б-57 превращался в прекрасную машину. Он развивал скорость около 1000 км в час на высоте порядка 15 км. Дальность полета с нагрузкой 3 тонны достигала 4000 км. Кроме бомб и ракет, самолет вооружался 8 крупнокалиберными пулеметами, установленными в передней части крыла. Неоспоримым преимуществом «Канберры» был ее короткий взлет. Однако посадка с одним выключенным двигателем была всегда рискованной и могла привести
к разрушению машины. Вооружение, состоящее из больших неуправляемых ракет класса «Земля-воздух» и установленными в крыле пулеметами, придавало самолету огневую мощь истребителя. Канберры британского производства никогда не оснащались крыльевыми пулеметами. Лишь на последних модификациях была предусмотрена возможность установки в бомбоотсек лафета с 4 20-миллиметровыми пушками. Одним значительным отличием от британской машины было использование вращающейся створки бомбоотсека, запатентованной фирмой «Мартин». Это позволяло свести к минимуму погрешности при сбросе бомб и сохранить максимально возможную скорость на подлете к цели. Створка бомбоотсека, на которой и крепилась вся боевая нагрузка, стала унифицированным модулем, который можно было снарядить заранее и после посадки самолета просто поменять с тем, который уже стоял на машине, не тратя время на долгую подвеску каждой бомбы. Учитывая близость аэродромов к передовым линиям, это могло привести к значительному выигрышу времени при каждом полете. В отсеке можно было установить целую батарею пулеметов, способных просто вспахать землю плотным градом пуль. Самолет имел очень надежную конструкцию и требовал меньше времени на техническое обслуживание, чем большинство других машин того периода. Ему пришлось выполнять также роль буксировщика мишени. В этом варианте он окрашивался в хорошо заметный в воздухе ярко-оранжевый цвет, чтобы обучающиеся не попали по ошибке в него. Эти самолеты оснащались установленными в бомбоотсеке лебедками, выпускавшими из хвостовых контейнеров на тросах конусные мишени. Таким образом, начинающих летчиков
обучали практической стрельбе. Самолетах требовался большой запас выдержки и самообладания, особенно когда трассы новичка проходили вблизи кабины. Не меньше храбрость требовалась от экипажей засекреченных в то время самолетов-разведчиков. Военно-воздушные силы использовали в то время Lockheed U-2 и были убеждены в его высоких качествах. Крыло огромного удлинения делало У-2 по сути реактивным планером, способным нести на борту высокочувствительную аппаратуру и совершать полет на высоте, недоступной для советских истребителей. Творение легендарного Келли Джонсона долго оставалось сверхсекретным изделием. В его задачи входило проникновение в советское воздушное пространство в самые напряженные времена Холодной войны. Но Lockheed несколько опоздал. Сочетание такого количества новых технологий потребовало значительно больше времени, чем было предусмотрено, хотя то, что получилось, стало выдающимся достижением. До его появления эту задачу выполнял самолет У-2. Сверхсекретного в те времена У-2 сейчас хорошо известно, однако не все знают, в каком темпе инженеры фирмы «Мартин» старались превратить стандартную «Канберру» в новый самолет, способный летать на огромных высотах. Таким удлиненным крылом, совершающим в полете маховые колебания, на передний план вышла проблема усталости металла. Но пока конструкторы продолжали работать, военные уже приняли первые образцы РБ-57Д. Статические и ресурсные испытания новой конструкции крыла растянулись на несколько лет. Первый из 20 построенных одноместных разведчиков РБ-57Д поднялся в воздух в 1955 году. Размах крыла этой сугубо секретной машины достигал 32 метров, а его несущие свойства были таковы, что посадочный маневр приходилось начинать за 100 километров до аэродрома, планируя за дросселированными двигателями. Нежесткое крыло не допускало резких маневров и неоднократно становилось причиной аварий на посадке. Thank you.
Особенно эффектно новое крыло смотрится рядом со стандартным для бомбардировочного варианта. Но если крыло малого размаха не ставило никаких проблем в процессе эксплуатации, то плоскости большого удлинения приходилось регулярно менять из-за ограничений по усталостной прочности. РБ-57Д неоднократно вторгались в воздушное пространство Советского Союза на высотах 17-18 километров, где сбить его было практически невозможно. И все-таки советские летчики записали на свой счет несколько крылатых шпионов, уничтоженных над Балтикой и в Заполярье. Отбор летчиков для шпионских миссий был очень строгим и тщательным. Обычное задание включало в себя набор высоты 18 километров еще до входа в чужое воздушное пространство и дальнейший полет по размашистой кривой курсом на выход в нейтральные воды. В определенных пунктах маршрута включалась разведаппаратура. С большой высоты пилот видел линию горизонта, непривычно выгнутой. Тактика и методы высотной разведки только зарождались, когда РБ-57 был запущен в производство. Оборудование кажется примитивным по сегодняшним меркам, но для того времени это являлось венцом инженерной мысли. Денег на эти работы не жалели, поскольку резкое ухудшение отношений между двумя сверхдержавами диктовало совершенно новый стиль работы, названный позже «гонкой вооружений». Высотные разведчики РБ-57Д были сведены в единое подразделение, дислоцированное на авиабазе Дэвис-Монтан в штате Аризона. Для выполнения своих деликатных миссий они перебазировались на передовые аэродромы в Европе или Японии. В 1962 году Пентагон, неудовлетворенный бесконечными проблемами с крылом разведывательного самолета, предложил фирме General Dynamics усовершенствовать конструкцию несущих плоскостей. Контракт предусматривал переоборудование 21 самолета в новый вариант, получивший обозначение РБ-57F. В результате самолет получил крыло совершенно новой формы. Его размах составил 37 метров, а взлетная масса машины за счет установки нового пилотажно-навигационного и разведывательного оборудования возросла до 27 тонн. Потребовалось менять силовую установку, и РБ-57F стал четырехмоторным. Базовые двигатели были заменены двухконтурными ТФ-33 тягой по 7 тонн. В дополнение к ним под консолями подвесили на пилонах вспомогательные двигатели J9, имевшие тягу около 1200 килограммов. Изменилась и носовая часть машины. Там разместили мощный доплеровский радиолокатор. Свои полеты новый разведчик мог совершать на высотах до 22 километров, что делало его в то время действительно неуязвимым для существовавших систем противовоздушной обороны. Летчикам обычных
бомбардировочных вариантов «Канберры» везло значительно меньше, и от огня вьетнамских зениток они понесли ощутимый урон. В 1964 году 20 Б-57 были размещены на авиабазе Бьен-Хуа, недалеко от Сайгона. Отсюда они вылетали для нанесения ударов с малых высот по позициям партизан Вьетконга. Запоздавшие к корейскому конфликту, который, собственно, и вызвал их появление в американских ВВС, они оказались очень своевременным приобретением к моменту начала войны в Индокитае. Несмотря на далеко не самые передовые конструктивные решения, «Канберры» вели активную боевую работу над территорией Южного Вьетнама. Часто взаимодействуя с наземными службами наблюдения, «Канберры» стали частью сложной боевой системы. Легкие самолеты обнаруживали цель и маркировали ее дымовыми или светящимися авиабомбами. Затем уже «Канберры» наносили по этим целям точные удары. Б-57 активно воевали над дельтой Меконга и над тропой Хошимина. В этом им помогали «Канберры», союзника США в этой войне, австралийских ВВС. В ночь на 1 ноября 1964 года авиабаза Бьен-Хуа подверглась атаке партизан. Близко стоящие друг к другу «Канберры» были легкой целью для повстанцев, и ночной артиллерийский налет оказался губительным для всей 8-й тактической эскадрильи. Было уничтожено или сильно повреждено 20 самолетов. Потери восполнялись за счет самолетов, возвращающихся в строй после модернизации. Самой современной из всех моделей «Канберры» была модификация «Ж», приспособленная к ведению боевых действий ночью, когда огонь вьетнамских зениток был не так губителен. Она оснащалась новейшими радиолокационными и инфракрасными системами, а также лазерным дальномером целеуказателем для наведения управляемых бомб типа «Смарт». Б-57Ж должны были, наконец, пресечь ночную активность вьетконговцев на стратегически важной тропе Хошимина. «Канберра» была спроектирована в 40-х годах, принята на вооружение в 50-х, модифицирована в 60-х и по-прежнему продолжает нести свою службу. На Б-57Ж в измененной носовой части размещается современная аппаратура ночного видения. Хотя самолет выглядит несколько неуклюже, это не сказалось на его характеристиках. Со времени появления этой модификации был потерян всего лишь один Б-57Ж. Это говорит о том,
что это была достаточно удачная машина. Радиоэлектронное оборудование требовало значительных финансовых затрат на его эксплуатацию. Как и в случае со всеми конвейерами, модификация же со временем была снята с производства, хотя спецоборудование, применявшееся на ней, в дальнейшем было использовано на самолетах Си-130 Gunship, которые предназначались для выполнения секретных диверсионных миссий. Модель «Дже» пользовалась огромным успехом, впрочем, как и все модификации Б-57. Американские ВВС поступились своими принципами. Испытывая острую нужду в тактическом бомбардировщике, «Канберра» была закуплена в Англии, так как времени на разработку и внедрение своего собственного самолета у американцев тогда не было. И они не ошиблись. «Канберра» стала именно тем самолетом, который был необходим Америке.